Вот уже несколько лет Ульяновская область занимает лидирующие позиции по научно-техническому потенциалу и инвестиционному климату. Чтобы достичь таких высот, необходимо не только строить заводы и привлекать инвесторов, но и готовить профессиональных управленцев. Об этом говорили на международной конференции «Технологические вызовы и управленческие решения», пленарное заседание которой состоялось сегодня в Минцентре. Мы понимаем, что новая экономика требует совершенно нового качества менеджмента. И именно поэтому, уважаемые друзья, еще год назад мы приступили к формированию, понимая это, мы приступили год назад к формированию уникальной образовательной среды для новых региональных лидеров, а под это создали крупнейший в Поволжье корпоративный университет. Корпоративный университет был создан региональным правительством еще в октябре прошлого года для дополнительной подготовки госслужащих и топ-менеджеров по различным направлениям. Спустя год успешной работы решено было внедрить новый проект, получивший название «Школа технологического управления». Основная цель проекта – развитие отечественной промышленности через обучение руководителей и инженерных кадров на предприятиях. Так как Ульяновская область, она является, скажем, флагманом тоже развития машиностроения, авиастроения, думаю, что здесь у нас как бы есть достаточное количество слушателей, да, или заинтересованных компаний. Запуск проекта позволит обеспечить отраслевой прорыв и международную конкурентоспособность. Полученные знания и навыки опытные студенты смогут применить на своих предприятиях. Дарья Сударева, Павел Макаров, новости Ульяновской правды.